Всем привет, вы на канале Simpianity Life, и мы продолжаем снимать выпуски «Звездные войны» Spirit Sword 2D2. В этом выпуске у нас первый выпуск из 14 посылки, это выпуск номер 50. Традиционно мы начнем обзор посылки и сборку с обзора журнала. В журнале у нас начинается с чуть больше космического пространства. Нас про Вейдера и про Вейдера без каски. Дальше. Утечка информации. Продолжение энциклопедия дроидов серии Т. Боевые тактические дроиды-аналитики. У нас большая такая панорама тоже тут. Как они выглядят. И завершение тематического исследования TX-20. Тут тоже большая панорама. Красиво. Продолжение. Это у нас основа робототехники, сервоприводы и их применение. Магниты из редкоземельных металлов. Это у нас неокуб. Такая игрушка. Продолжение, как работают сервоприводы. Тут у нас показан дроид вселенной Звездных войн. Он ранее уже фигурировал в журналах. И состав выпуска. С этим выпуском мы получили левое колесо и часть панели купола. Ну, одну панель купола. Это не у нас. Сейчас мы их осмотрим. Ну, а также у нас с этим выпуском идет двухсторонний скотч, на котором эта панель будем ставить в купол. Это у нас уже элемент вставлен. Первая у нас вот такая деталька. Потом у нас идет вот такая. Ну, аналогично первой. То есть мы ее сразу ставим на место. Чтобы она по дырочкам совпадала. И вот последняя деталь. Мы ее сейчас тоже установим. Она будет гораздо тяжелее устанавливаться. Скорее всего, сначала будет эту вставить. Я помню, в прошлый раз, в прошлом колесе, она устанавливалась с большим-большим усилием. Ее прямо приходилось сдавливать туда. В этот раз также мы ее вставили. Дальше сверху мы ставим вот эту деталь. Так,
Далее мы ее прикручиваем с помощью четырех винтов. Я обещал снять видео про отвертку, но сниму я его уже после R2D2. Скорее всего, даже следующее видео после того, как сниму все выпуски про R2. Но, видимо, мощности этой отвертки не хватит. Надо крутить вручную. Странно. Вроде как заявляется отвертка для сборки, а по факту-то ее мощности не хватает для сборки. То есть я начинаю крутить. Она крутит, крутит. И все. И дальше не может. Вот опять. Начинаю крутить, начинает крутить, потом не крутит. А вручную легко закручивается. Единственный плюс, что биты для этой отвертки, они намагничены, и за счет этого я могу доставать винты из коробки. На комплектной отвертке у меня она уже не магнитит вообще. Ну вот таким образом у нас выглядит колесо. Сейчас мы посмотрим панель. Вот такая у нас панель для купола. Два двухсторонних скотча. И винты. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите новых видео. Пока.